войск радиоэлектронной борьбы. 113 лет назад во время русско-японской войны была осуществлена первая в мировой истории операция по подавлению каналов связи противника с помощью радиопомех. Сегодня наши подразделения РЭП способны обнаружить и обезвредить любую цель от корабля и локатора до спутника. Александр Минаков в деле видел работу войск, которым для победы не нужны боеприпасы. Этот обычный с виду чемодан – одна из последних разработок специалистов по радиоэлектронной борьбе. Малогабаритный генератор помех с поэтичным названием «Лесочек». Он подавляет каналы радиоуправления взрывными устройствами. Сейчас это самый эффективный комплекс для защиты от радиоуправляемых фугасов. Военные конфликты последних десятилетий – Югославия, Ирак, Ливия, Сирия – очень ярко показали, что бывает с теми странами, которые не обладают эффективной системой радиоэлектронной борьбы. У России такая система есть. Ее главная задача – прикрытие командных пунктов, средств ПВО, группировок войск, а также важных промышленных и административно-политических объектов. Для этого разработаны комплексы, которые подавляют спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы типа АВАКС. Российским специалистам за последние годы удалось сделать невероятный прорыв. Это стало ясно после эпизода, который произошел в Черном море ровно 3 года назад. Тогда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный самой современной системой ПВО «Иджис». Вот как описал эти события в соцсетях один из членов экипажа эсминца. «Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем накрыть. Но когда он вошел в эту чертову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы, и весь «Иджис» вышел из строя, и гордость нашего флота превратилась в наш позор». Американские военные не знали, что российский самолет оснащен новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины». Как только летчик понял, что его обнаружили, он включил аппаратуру, и мощные радиоэлектронные волны вывели из строя все системы корабля. А это комплекс «Мурманск» контролирует пространство в коротковолновом диапазоне в радиусе 5000 километров. Именно на этих частотах ведется связь между штабами сил НАТО в Европе. Радиоэлектронное противоборство идет в режиме нон-стоп. Вот сейчас, в данный момент, самолет-разведчик подлетел к границе с Россией и ведет радиоэлектронную разведку нашей территории. Оператор со своего рабочего места, увидев данный источник, проводит его анализ. После этого командир батальона Сергей Кулешов дает команду отправить данные на командный пункт. С пункта управления поступает сигнал, и мы способны отсюда по нему воздействовать. Российские специалисты уже разработали комплексы, которые позволяют создавать, например, над районом базирования средств ПВО купол радиоэлектронных помех. Это своего рода шапка-невидимка от РЛС противника. И вот уже Пентагон бьет тревогу. Российское электронное оружие полностью парализует функционирование американской электроники, установленной на ракетах, самолетах и кораблях. Разработка и испытания новейших комплексов проходят в Центре подготовки боевого применения войск радиоэлектронной борьбы. Здесь создан уникальный тренажер, который имитирует работу всех комплексов. С помощью открытых источников и других доступных средств мы знакомимся с боевыми уставами вероятного противника и на основании этих полученных данных моделируем ту обстановку, которую мы считаем на данный момент будет актуальна. Эксперты уверены, в современных войнах радиоэлектронная борьба – ключевой элемент. Чтобы побеждать, не обязательно иметь дорогостоящие средства поражения. Достаточно мощного радиоэлектронного излучения. Александр Минаков, Никита Корнеев, Сергей Шлыков и Максим Щепилов. Вести.